Ильяну. Молодая перспективная команда работников банка. Задача – получить как можно больше прибыли от клиентов и не заработать штраф. Решение найдется с легкостью, ведь мастер-класс по финансовой грамотности, а также игру «Банковский рынок» для участников форума «Время новых достижений» проводят специалисты Райффайзенбанка. Мы проводим для ребят бизнес-симуляцию, деловая игра «Банковский рынок», которая позволяет им прикоснуться, так сказать, к работе банка реального, почувствовать себя таким мини-банкиром, понять основные процессы, поиграть в основные процессы работы в банке, спланировать работу своего банка, заработать максимум прибыли, посмотреть, как это все получается, работа команды. Ребята распределили роли в команде, показали презентацию и даже сделали макет сайта своего банка. Затем мы вовсе вошли в роль, начали выдавать автокредиты, банковские карты, ипотеку и кредит наличными. Рассчитать прибыль и не остаться в минусе – задача не из легких. Но если все отделы команды будут действовать слаженно, то работа банка будет успешной. Председатель правления банка USB Сиба Федоровская рассказала о своей роли в команде. Мне нужно, во-первых, организовывать работу всего нашего отделения. А во-вторых, если кто-то не может выполнить свою работу, мне приходится выполнять это за них. Но сейчас у нас все, в принципе, распределено, и все хорошо работает и без меня. Я просто слежу, наверное, за ним, можно и так сказать. Также председателю нужно определяться с продуктами банка. Вот это уже намного сложнее, мне кажется. Потому что первый раз я это делаю. Такое неуверенность все-таки чувствуется. В завершение каждый банк составил итоговый отчет о работе, а ребята поделились впечатлениями от игры. Мне нравится математика, потому что много различных цифр, примеров, с которыми нужно думать, сидеть, заморачиваться. Но в итоге получается один ответ, которым мы приходили все это время. Я хочу стать экономистом, потому что мне это нравится.